Саратовские пляжи опасны для детей. Сегодня в рейд по местам отдыха отправилась уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя вместе с волонтерами и городскими властями. Они оценили состояние и готовность пляжей к купальному сезону. В Затоне погружаться в воду нельзя из-за сильного течения и необследованного дна. Общественники обратили внимание на необходимость организации этого участка отдыха для детей и их родителей. Ведь добраться до городского пляжа на машине с детьми – настоящая проблема. Обратили внимание и на неудобное расположение спасательного понтона. Людей, а тем более детей, оттуда не видно. Дети до определенного возраста не смогут находиться без родителей в местах купания однозначно. И родители должны нести ответственность за то, что они в опасности оставляют детей. А нахождение на воде без родителей – это нахождение в опасности ребенка. Вот. Единственное, что как бы срок этот не будет 18 лет, но это нужно обсуждать. Возможно, как бы это будет лет 14. 14.